Вчера. Я, возможно, получил по заслугам, а возможно нет. Здесь можно много об этом рассуждать. Но я знаю одно. У меня есть одно слово для тебя. Во-первых, я хочу стать чемпионом украинской рестлинг-арены уже давно. Уже давно. Когда мы были друзьями, когда мы были врагами, я всегда хотел стать владельцем этого титула. И я понимаю, ты мне давал много шансов. Много шансов, я проигрывал, но дай мне еще один шанс надрать тебе зад. И... Смелое заявление! Что ты молчишь? Я еще раз спрашиваю всех, дай мне шанс надрать тебе зад! Hold on, hold on, hold on, hold on. Wait. Ja jestem Stanisław van Dobronia. Polish Adonis Stanisław van Dobronia. You to my left? You people still understand English? Yeah! You to my left? We have fake Undertaker. And here to my right, we have Dr. Pepper. Hey you little guy, where are you supposed to be? Why are you supposed to be with those hands and everything? Say it to the mic. Say it. Cat, it's called Cat. Yeah, that's good. Yeah, you suck, by the way. You suck, by the way. A lot of you people actually suck, by the way. I mean, people up there, you suck, damn, you suck. You're ugly, you suck the most.
Congratulations for the title of sucking most in your brain. What the fuck is this? You two, I know your story. You've been fighting for, I know, 400 times and nobody cares anymore? No, exactly. But the fact is that yesterday, I beat that freak, I don't know, Mr. Yellow, Mr. Black, Mr. White, what the hell you want to call him? I beat him. And I'm not scheduled for a match, so I believe if you are not too chicken, I should be added in your title match today. Huh? What do you think about that? Are you scared? You wanna fight me? We three again? Together? Huh? Wanna check out on it? Wanna check out on it? You have a match today? You have a match? Alright. Начинаем матч «Тройную угрозу» за пояс чемпиона украинской рестлинг-арены. И Станислав тут же начинает доминировать. Обрушивает Пепси Колю в ринг. Надо победить чемпиона. А вот и фан-клуб Пепси Коли поддерживает своего фаворита. И Пепси Коля с Маркусом сходятся на середине ринга. Мочи его, Маркус! Маркус уродов! Выкладывает Маркуса в блок. Давай, Маркус! Выкладывает через себя. Давай! Маркус силой силы закладывает голову Пепси. Пепси пытается вырваться. Пепси, голову! И Пепси удерживает Маркуса раз. Маркус поднимается. Атакует Пепси голову. Удерживает Пепси Колю. Раз, два. Маркус оттягивает Станислава. Удерживает Пепси Колю. Раз, два. Станислава оттягивает Маркуса. Удерживает Пепси Колю. Раз, два. Вновь Маркуса дает Станислава. Противостояние. Давай, Маркус!
еще раз поймать, еще один поймать. Марко доминирует на ринге. Марко, вставай! Станислав. Ох, не удержался на ногах. Марко смотрит его. Я знаю, что сейчас будет. Марко начинает подключить Станислава. Вот это да! Вот это сила чемпиона! И... Смотри! Хорошо, прошу прощения, прямо... Прямо на второй гранат. Маркус разгоняется, осторожно! Шестидетели! Вот это да! Прямо в голову Станиславу прилетает. Бегом Маркус и Маркус. Месяц на третий гранат. И Станислав разумно предпочитает сбежать с ринга. Да, Маркус гонится, гонится за нашим гостем из Польши. Атакует его за рингом. Тем временем, как сегодня, не стало время прийти в себя. Обойма продолжается. Продолжается палатка. Маркус, ты чемпион! Вновь раскручивает его.
чемпиона на ринг. Станислав предлагает поработать в паре. И Пепси Коля готов уничтожать своего оппонента. И он поднимает Маркуса на его же коронный прием, гробовую плиту. Станислав собирается помочь Пепси Коле, но Маркус реверсирует. Станислав прыгает. И Маркус хватает Станислава за шею, что сейчас будет. Let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knees, talking to the man from Galilee. He spoke to me in a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, and tell that midnight liar. Thank you.